Запомни момент истины, мазафакерс. Как? Давай. Молоко, сопли, трусы, конопли. Смотрите, что там... Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Брайан, и сегодня мы продолжаем очень страшные приключения. В прошлой серии мы остановились на том, как мы пошли в ту злобную хижину ведьмы, в которую я как-то не хочу особо возвращаться, и поэтому сегодня, чтобы серия была не такой страшной, как та, я решил пригласить Шахиду. Шахида — это сестра ведьмы, она должна скоро подъехать, не знаю, на чем. А, вот она. Привет, Шахида. Привет, дорогуша, спускайся. Ну ладно. Спустился. Дорогуша, зачем вызывал? Так вот, мне нужно вызвать дьявола, потому что это будет прикольно. Я хочу его наконец-таки с ним сразиться, чтобы получить много вкусняшек. Ну, вопрос, веди к алтарю. К алтарю? Да, и, кстати, впереди... Что? Подожди. Я защищу тебя. А, господи. Так. Чувак, у нас мало времени осталось. Хорошо, хорошо. Я перенес алтарь из своей специальной комнатки, чтобы... Ну, потому что алтарю нужно открытое пространство. И вот мы около нашего алтаря. Тут много энергии. Хорошо, я убил. Молодец, молодец, так. Вообще-то нам нужно 3000 энергии. Сколько у тебя тут? О, 4000, это ты мажор, я вижу. Ну, так его еще мачу. Так, в общем-то, дорогуша, вызвать демона не очень просто. Нам нужно какая-то свободная территория, если ты понимаешь, о чем я, да? В общем-то, ну да. Короче, чувак, сейчас, очень это плохо, потому что нас могут сожрать и сбить. Твою мать, нахер. Так, ладно. В общем-то, надо сначала начертить центр круга. Вот такой пойдет, нишняк. Ну нифига себе, ну ты вообще колдунья, да? А я знаю, меня дети называли, а это как ее, чуть-чуть двоюродной сестрой, цыганки такой, короче, гармонии того. Так, это слишком далеко, короче, чувак, на много-много-много территории. В общем-то, на это маловато будет. Ну, найди мне прям поляну такую, чтобы охереть можно было. Это мало будет? Мне нужно далеко от алтаря отходить, точнее. Давай я тут срублю деревья, Шахида, я помогу тебе. В общем-то, нам нужно дойти на 15 шагов, так сказано, в моем замечательном ведьмовстве «Магия кругов». Книга такая, короче, ребят, кто не в курсе, кто тупой. В общем-то, шагов в натуре, нихера. Смотри, круг должно быть свободно в радиусе 7-7-7-4. Хера себе, сказал Яси. Шахида, только говори повнятней, потому что я вообще, ну и так, немножко понимаю, что ты говоришь. Не ссы в трусы, дорогуша, сейчас мы все намутим. В принципе, ранние друзья, давай руби дальше, понимаешь, о чем я, да? О нет, защити меня от скелета. Нахер, защити его мелком, дорогуша. Молодец, молодец, прям. Я взял Шахидку. Слушайте, наверное, цыганская кровь. Крипер! Я на карте заметил, так что я спасу тебя. Это цыган. Цыган. Его зовут Никита, он злой был цыган. Я его прогнала была. Это мой круг супруга. Метла, что? А я могу на ней полетать? Нет, не можешь, потому что ты сосунок еще. Ты не ведьма, ты даже не цыган, поэтому ты не можешь летать. Я хочу полетать, это прикольно, слушай. Спускайся, придурок. Я не знаю, ты себе голову разобьешь. Иди сюда, мы будем демона вызывать. Хорошо, хорошо, я спускаюсь. Вот. Ай! Я еще не умею летать, так что не рисую. Мой хороший, мой дорогой, нахер, шучу, недорогой. В общем-то, золотой мел пошел. Так, я не знаю, как крестить эту херню. В принципе, будем еще пробовать. Так. Давай. Так, 15 на 15. Ты в курсе, как это делать? Я нет. Ну, там, по идее, в книжке твоей должно быть. Свободно в радиусе 7-7-4.
Что за говно? Слушай, кто так херню писал? Ну это, по-моему, твоя сестра ведьма писала. 4, 5, 6, 7. Хер пойми, как эту херню крестить нужно. Ладно, фиг с ним, будем что-то пробовать. Ну ты же должна это все знать. Ну ты не тому звонил, придурок. Ну я не мог ведьме позвонить, потому что она бы меня убила. Да. Да не сэр труса, она хорошая. Ну ты пока тут черти, а я пойду отведаю тотем херабрина. Какой тотем херабрина? Хоть чем-то тебя сожрал? Нет. Ну так не иди. Ну ладно, иду обратно. Так, чем? Шаманить буду, шаманить. Уже, кстати, светлеет. Да посрать, что лучше будет. По-моему, ты делаешь что-то не так. Хотя, может, так. Не мне же знать. Да, ты же не шахида. Я пока на метле припаркую ее, там полетаю, окей. Так. Посмотрю на тебя с высоты. Не смотри на меня с высоты, я не фотогеничная. Воу-воу-воу, ты красотка, слушай. Спасибо, спасибо, спасибо. Завтра будет, приходи. Ой, господи. Кажется, я сейчас упаду нафиг с этой метлы на высоте 20 блоков. О, господи. Ну, а этого дьявола это не опасно? Так, спаси, сейчас крипер нахер! Ой! Хорошо, хорошо. Сделано. Ты хороший. Твоя мама гордилась бы тобой. Ой, это ж я. Ой, я что-то нажал. Ничего страшного, да? Да херня вопрос, вообще жесть. Ты ржешь надо мной? Так не подобает поведение шахиды. Ой, чувак, прости, я не виновата, что ты лавка. Что? Ничего, шахидка сейчас застроит себе все. Хорошо, хорошо. Только давай побыстрее, я тебе за что плачу, слышь ты. Побыстрее, побыстрее. Ничего не говорю. Крипер, крипер! Да ты задолбал, постоянно мертвый слышал. Так, дорогуша, практически закончили, зацени. Так, теперь все должно работать. Я тебе отвечаю. Прикольно. Я маме клянусь, работать должно. Сестрой лучше поклянись, хоть бы у тебя ничего не получилось, она сдохла. Ой. Слушай, так какой-то злой. Просто это ведьма. Ну ладно, давай, бросай, я хочу увидеть его лицо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, вот здесь надо поставить. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, ровно, 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 ровно. Так, запомни момент истины, мазафакерс. Давай. Молоко, сопли, трусы, конопли. Не задел ничего, придурок. Хорошо, хорошо. И сейчас так будет. Уа-уа-уа-уа. О, господи! Что ты наделала? Я же... Дема! 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 Дема, он тебя убьет! Эй, ты! Ты что, офигел, что ли? Ой! Это фаерболы, чувак! Еще скелет тут какой-то фига встревает в нашей разборке. Какого фига? Стой, погодите, погодите. Интересно, его можно поджечь? Нет, бей его, придурок. Ладно, ладно, сейчас. Подожди. Саша, ай! Он тут все нафиг поджигает, фак. Да насрать вообще. Ты че офигел, офигел, кстати, как? О, с ним торговаться можно, прикинь. Тут все горит, офигеть! У него сердце можно купить! Ой, господи, господи! Он не убьет нас! Не убьет нас, получи! Одно хп! Чувак, мы сделали это! Надо отметить, держи, ёпта! Подожди, что это? Чувак, подожди. Эй, отвечаю, эффект колоссальный. Хорошо. Привет. Загрузка мира? Что и что? Да.
так, жопа теперь с нами зеленая. А, блин, тут какая-то желтая, красная фигня за мной гонится. А, блин, тут какая-то желтая, красная фигня за мной гонится. Ты в курсе, что ты дала мне настой сна, и теперь... Чувак, идем за мной срочно, тут домик какой-то новый. Селуха! Шахидка, быстро идем за мной. Быстро! Меня кошмар какой-то преследует. Вот! Быстрее! Шахидка, ты где? Я тебя не вижу. Ладно, хрен с тобой. Я, короче, нашел... Эффект колоссальный. Блоки накачаешь. Ты что мне... Ты что мне нафиг стравила? Идем за мной. Тут домик какой-то. Слушай, так я каждый день развлекаюсь после работы. Да уж. Тут какое-то здание. Что это? Так, ладно, просыпаемся, чувак, пусть тебя там запинают нахер. Вот ты мне трахнешь, придурок. А, блин, она здесь, она меня сейчас убьет. Ну, чувак, ништяк, правда, зацени, лес горит, красота, красота. Ты мне подожгла лес, а вдруг он перейдет на дом. Да насрать не моя ж хата. Туши, окей, туши. Окей. Ты тоже туши давай, Шахида, блин, фигово. Я тут своя профессионалка, по вызову демонов. Не прошло и года, как ты начертила гребаный круг. Раньше Хида Цыгана и Вера вызывали Люцифера. Господи, ну вот тут это капец какой-то, блин. А мне еще есть знакомая цыганка Люда. Она хорошо умеет летать на метле. Она меня научила. Хочешь гайд от про? Сегодня Шахидка тебя научит летать на метле. Ставь свою метлу, бич. У меня нет метлы. Ты че, просрал метлу? Ой, я летал вот с лопатой. С лопатой идет на тебя. Ну так что будем делать тогда? Метлу копирую нахер. Так надо метла. Метла тебе надо, чувак. Метлу. Давай, давай, я хочу метлу, давай. Так, для этого надо сходить в магазин. У евреев. Какой еще магазин? Я тебе и так вот больше, чем надо заплатил. А, окей, допустим. Сейчас зацени метлу, за пенсию модный будешь. Тёла катать будешь, я научу летать. Отвечаю, колоссальный результат будет. А то как ловко летаешь последнее. Ну ладно, давай, учи. Это моя метла, придурок, не садись на неё, я тебе скинул твою личную. Ладно. Мери, а то разобьёшься. Личная метла, это же так круто. Не говори так, метлы. Метлы не любят, когда их так называют. Теперь смотри вверх, как будто знаешь. Аллаху молишься и взлетаешь. Прикольно. Вообще, я тебе открою секрет. Аллаха не существует. Стой, а где ты? Модно, модно, колоссально. Я тебя не вижу. Ты должен... А, вон там кто-то летал вроде. О, это твой ночной кошмар. Нет, я тебя не вижу. Ты где летаешь примерно? Вот ты летаешь. Это квиддич, короче, я тебя сейчас побью мечом. Иди сюда. Я расскажу, как приземляться надо, чувак, зацени. Смотришь, вот это вот. Подлети ко мне, подлети ко мне, подлети ко мне, подлети ко мне. Ага, подлетаю. Видишь, вот это вот говно, река или озерка называется. Короче, подлетаешь как можно ближе. И нажимаешь shift. Это как... Нет, стой! Видишь? Подожди. Как круто. Я просто мачо, а ты нет. Ты где вообще приторок? А я так плавно спустился, не то что... Ну, зацени. Я сейчас экскурсию проведу. Лети ко мне, чувак. А ты где? Лети ко мне! На карту посмотри. Я прицепила модель. А, точно. Только я что-то там не вижу твою иконку, твою харю. Да потому что ты улетел, хер знает куда я тебя А ты магии телепортации меня телепортни ко мне. Или к себе. Ладно. А, зах, 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 зах. Ща, намучу. Так, не получилось. Теперь весь лес горит. Прикольно. Вернее, он не горит, но тут от него ничего не осталось. Так, не мешай. Колдую, колдую, колдую. Хорошо, колдуй. Что мне с этим кругом теперь делать, кстати? Написано невозможно сделать данную телепортацию. Написано там лалка еще. А, так, понятно. Тогда... Ай, приди сюда, помоги, Аллах.
Никуда хрена. А ты примерное местоположение скажи свое. Короче, я не хочу портить тебе сюрприз. Есть прям таки сюрприз номер один. А ты плюс сколько у тебя на карте, около карты, координаты плюс? Я тебя вижу, я тебя вижу. Я тебя вижу. Подыхаю. Убей скелетов, они плохие. Окей. Так, окей, я сейчас сдохну. Сейчас сдохну. И где же твой сюрприз? Это и был твой сюрприз? Как мило. Нет, это не сюрприз. Ща. Твою мать, приземляйся. Приземляйся. Да убей ты скелет. Ладно, я приземлился. Да убей ты скелет, он меня сейчас застрочит. А где ты? Да, а вот тебе. За тобой бегают все тут. Шакитки на расхват. Только ты приближаешься на иконке. О нет, ты как маньяк. Ты где? Смотри, кто это сам. Ты Котя, нет! Вот это поворот. Даже не спрашивай, как я там на летсплей попал. Офигеть, вообще. Как ты сюда попал? Я не знаю. Скушай курочку. Скушай курочку. Да ты, у меня одни тыквенные пироги, братан. Слушай. А теперь пора тебя изгнать из этого мира. К сожалению, иди сюда. У тебя этого не получится сделать. Ты уверен? Я твоего демона замочил. Это я его замочил в основном. Ладно, пора прощаться на этом, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Если так, то поставьте палец вверх, подпишитесь на наш канал, позовите друзей. И да, и вот так вот. Ну вот и сейчас он Брайан и... Вот это че? Шахидок! До скорой встречи. Пока. Пока. Мяу.